Так, двухкомнатная квартира, здесь гардеробная такого формата. Квартира под ремонт. В принципе, если не заморачиваться, то можно жить. Здесь у нас ванна в таком формате. Коридор, ниша под шкаф, вот здесь унитаз, здесь еще одна спальня, здесь такого формата комната, правильной формы, окна выходят во двор, ну, в принципе, стена 70 сантиметров кирпичная. Дальше спальня здесь с двумя окнами. В этой стороне батареи здесь поменены, в принципе. Можно, в принципе, разделить зону. Сделать трешку. Окна выходят здесь на улицу. Так, далее кухня. Здесь, в принципе, стиралка здесь стоит. Вот. Окна пластиковые. Тоже вид из окна. Здесь получается у нас линолеум. Лифтовой холл. Тут 4 квартиры на этаже. В подъезде сделан ремонт. Пластиковые окна, батареи поменены. Здесь еще 9 этаж. Так, это сам подъезд. Здесь лестница. И 2 пассажирских лифта. Формат вот выглядит вот таким образом. Да, собственно, сам подъезд и дом. Да, сам дом. Окна выходят вот сюда. Это 8-й этаж. И одно с лоджией, с балконом выходит во двор.